здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с долгожданной рубрикой «Найди по фото». Всем здорово! И, ребят, мы все-таки смогли под прошлым видео набрать 10 тысяч лайков. И, как я и обещал, сегодня у нас вторая серия «Найди по фото», только уже с бэтмобилями. Ребят, напоминаю, что у нас есть две команды тачек, которые мы можем прятать абсолютно по всей карте GTA 5. Но только есть одно условие. Мы должны сделать по 3 фотографии на каждого, чтобы дать небольшую подсказку нашему сопернику. Открываем телефончик, прячем тачку, фотографируем ее и далее уже скидываем сопернику. Ну и посмотрим, кто больше фотографий сможет сегодня отыскать. Ну а я, ребят, желаю вам приятного просмотра, прячего аппетита, если вы кушаете. И давайте договоримся с вами так, ребят, смотрите, если мы сегодня тоже наберем 10 тысяч лайков, то я пойму, вам 100% нравится эта рубрика, и она начнет выходить на постоянной основе. Ну и не забудьте также подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видосы. А мы с Пашей погнали прятать наши бэтмобили! Мы разделились с Пашей и прячем уже свои первые тачки. У меня это мультяшный бэтмобиль. И сегодня, ребят, я придумал крутую локацию. Спрячу наши тачки на виноградных полях. Вы посмотрите, тут же вообще огромное место, куда их можно заныкать. О, кстати, я уже придумал первое место. Можно будет даже под мостом эту тачку спрятать. Но для начала нужно сделать первую фотографию с подсказкой. И я думаю, вот эти горы будет офигенная подсказка для Паши. Как видите, тут виноградники такие растут. Так что давайте делаем прицел, приближение и вот такую фотографию с апельсинчиками. Опа! Все, фотка, мне кажется, супер-пупер крутая. Ну а теперь прячем наш бэтмобиль где-нибудь, как я и сказал, под мостом, например. Точно, это же офигенное место. Чувак, ты чё? Взял, прижал меня нормально. Короче, заезжаем под мост аккуратненько. Опа! Так, главное только тачку не раздолбать, а то будет очень обидно, если Паша найдет. Мужик, тебе помочь хочешь? Давай, фотографируй, фотографируй. Итак, достаем фотоаппарат, ребят. Так, аккуратненько фоткаем. И тачку мы прицеливаем где-нибудь. Блин, неудобно как-то фотографирую. Во, вот отсюда надо фоткать, смотрите. Ну-ка, опа, вот так. Раз, два, три, фотка сделана, посмотри. Ну и теперь, ребят, погнали за вторым бэтмобилем. Та-да-да-дам, ребят, а я уже приехал на втором своем бэтмобиле снова на винограднике. И давайте его замаскируем сегодня прямо среди кустов винограда. Точно, прикольная идея, смотрите. Тут очень большая поляна этих виноградников. И давайте куда-нибудь заедем, например, вот в эту кучку. Ну-ка, вот так, аккуратненько, аккуратненько. Ребят, еще припаркуемся где-нибудь прямо посередине. Вот так. Смотрите, эту штучку вообще будет нереально заметить. И тем более сделаем сейчас фотографию вот такую сбоку. Ну-ка, на фоне горы как раз. Открываем фотик, фотик, фотик. И фотографируем наш бэтмобиль. Опа, идеально, идеально фотографируем сегодня. Ну и погнали за последним нашим монстром. Ну вы только, ребят, посмотрите. Это же реально какой-то танк-бэтмобиль просто. Мега бронированный, мега тяжелый. О, я даже придумал название. Это Халкомобиль, реально. Короче, я снова приехал на нашу, получается, вот эту виноградью. И тут тоже можно в кустах его спрятать, потому что он же здоровый. Как раз таки, о, или в пещеру, например. Ну-ка, какая-то пещера тут, или что это такое? О, его реально же в кусты можно поместить, смотрите. Вон, тем более, большие кусты есть. Ну-ка, я помещусь, если я вот так проеду сбоку тут. Оп, а как мне проехать-то? Бэтмобиль, ты слишком здоровый и неуклюжий. Ребят, у меня, кажется, проблемы. Надо как-то реально проехать там вон в то место. Оп, ой-ой-ой. Нет, стой, аккуратно. О, идеально. Вы посмотрите, прям четко для бэтмобиля. Нет, блин, торчит немного фиолетовый. Были у меня тачки зеленые, это была бы идеальная маскировка сегодня. Ладно, оставим его прямо здесь. Я думаю, Паша все равно запутается и не найдет эти кусты. Так, я сам запутался. Как мне вылезти-то? Помогите, спасите меня. И давайте сделаем фотографию сверху, чтобы вообще не спалить, где наша тачка спрятана. Вот отсюда. Во, идеально. Смотрите, берем, прицеливаемся на фотики. И теперь вот так вот. Раз, два, три, фоткаем. Самая непонятная фотография. Ну и погнали за Пашей обмениваться фотками и искать его тачки. Ну и теперь, ребят, я уже встретился с Пашей и даже подготовили мы самые крутые ультрабайки. Если что, ребят, это у нас бэт-циклы. Вы посмотрите на них. Так как сегодня прятали бэтмобили, то и будем искать их на вот таких бэт-подах. Проверим, кто больше тачек по фотографиям сможет отыскать за 7 минут. Именно 7 минут дается на поиски нам. Ну все, занимаем свои места, я подготавливаю таймер и подготавливаю первую фотографию с подсказкой. Все, ты подготовил фотку? Я подготовил. На счет 3 скидываем и засекаем время. Раз, два, три, пять.
Погнали! Я скинул! Я тоже тебя скинул! Так, все, я открываю фотку, и это... Вау! Это что, это город, что ли? В смысле? Возможно! О, понятно, ты в городе спрятал тачки. А мою фотку, ты понял, что я сфоткал? Это лес какой-то! Да, правильно, лес я тебя сфоткал, понял? Понял? А, это за городом, значит, я понял. Почему за городом? Нет! В центре города растет лес, я там в лесу спрятал Чё? В этом. Да, да, да. Конечно, да. Отвечаю, это лес в городе, вот на стройке вылез лес. Конечно. Да, 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 проверяю внимательно. Ладно, ребят, смотрите, по подсказке, по фотографиям, это получается у Паши город. О, на фотке есть пальма, то есть это где-то рядом со мной, потому что я тоже рядом с пальмой. Подожди, это не рядом со мной реально, ну-ка, написано паркинг, пальмы. Это пляж. А, подожди, какой это пляж, это не пляж, это богатый район, если я не ошибаюсь. Точно, только в богатом районе есть парковки, ребят, ну-ка. Территория сужается, теперь нужно найти вывеску паркинг. Так, вот они пальмы, и ищем паркинг, ребят. Так, здание оранжевое, а ты что-нибудь понимаешь по фотографиям? Я понимаю, то, что там кусты есть, горы, и я еду за город. Это прям в городе. Это. А! Слушай, я приехал на киностудию, и у них там декорации в виде гор, кустов, я там спрятал, короче. Конечно, что ты не веришь, что ли? Нет, не верю. Все, не найдешь теперь. Смотрите, вот тут очень много вывесок, только надо найти вывеску паркинг, ребят. Паркинг на радио. Нашел! Только это синяя вывеска. Блин, другая! Я другую парковку нашел. Подожди! Но она где-то рядом должна быть. Вот они, пальмы, тем более растут, ребят. Прям предчувствую, что где-то я рядышком. Смотри, там много прошло парковок. У нас уже 1,5 минуты. Это что, еще одна паркинг? Нет, елки-моталки. Где находится нужная мне парковка? Нужная мне парковка находится где-нибудь на оранжевом здании. Чего? А я, кажется, понял, где это. Ты понял? Ну-ка, погоди. Мне кажется, я тоже понял. Я нашел. Да, я нашел место в городе. Ой, это ты вообще недалеко прятал. Все, можешь скинуть мне фотки тачек. Давай. Ладно, выделяю так 3 и скинул. И я их получаю на счет 3. Так, оп-оп-оп, все. Ну-ка. Нормально. Ты что, у меня Бэтмобиль утопил один? Второй где-то ты в пещере спрятал, а третий где? А третий не знаю. Я вообще не понимаю. Погоди, ты в смысле? Где-то надо искать, первым делом рёт бассейн. А бассейн я знаю. Есть не бассейн, тут есть фонтан вот тут сверху на здании. Походу я догадался, где первая тачка твоя спрятана. Фонтан, ты мне лучше скинь другие свои машины, потому что почему? Я нашел виноградник или как-то называется. Серьезно? Ладно, останавливаемся, ребят. Раз, два, три, выделяем и скидываем. Все, вот, я нашел бассейн, но это не тот бассейн. Блин, это вообще не та нычка. Ой, тут какая-то дырка еще. Нифига себе. Блин, я думал, это то место я нашел, я вообще не туда приехал. Так, ну смотри, по идее у тебя спрятана тачка где-то в трубах. Ну, одна, другая спрятана где-то еще, непонятно где. Может одна быть, это стройка, слушай, как ты думаешь? Это не стройка. А почему это не стройка? Тут как раз труб много. О, одни трубы, ребят, смотрите. Походу я догадался. Ну-ка, где-то, вот, чувствую, где-то рядом, где-то реально рядом. Так, смотрим внимательно, где-то может быть моя тачка. Нет, стопудов на стройке заныкал машинку. Уху! Так, ну тут там? Точно нет. Подожди, ну вон там трубы одни. О, погоди, ну а чё? Это не вот это место? Нет. Да ну нафиг, я нашел первый Бэтмобиль твой. Ай, молодец. Есть, тачка найдена, тачка причем мультяшная. Все, минус одна фотография, ребят. А давайте. У меня ничего нету. И вообще ничего нету, ты не нашел ничего? Я смотрю. Да тут пусто! Да, ну я для тебя жесткие фотки делал. Слушай, это я тебе могу сказать сразу, то что постарайся присмотреться, потому что я свои тачки маскировал. Так, присмотреться, а где... ладно. Да, присмотрись. Подожди, а где бассейн тут рядом вообще? Так, ну бассейн из 100 пудов, он где-то вот в этих домах, ребят, нашел, поэтому надо еще по домам кататься. Ну осматривай, сыщик. Бассейн, пещера. Ну это может быть не пещера, это может быть подземная парковка, например, у тебя. Так, тут бассейна нету? Это пещера. Так, да конечно, пещера. Подожди, реально пещера, что ли? Так. Ну да, я нашел пещеру в городе. Да, пещеру в городе, рассказывай сказки. Погоди, где тут могут быть бассейны? Да, какаха, блин. Я нашел Лего-Бэтмобиль. Окей, ты нашел тачку. А я что догадался, такое? Стой! Подожди, есть же реально этот... Это не пещера, это туннель! Ты стопудов в туннеле спрятал! Это так. Пещера? Нет, где-то здесь туннель есть, я знаю! Вон он! Блин! Туннель! Подожди, там только не говори, нету. Что ты спрятал реально в туннеле! Пожалуйста! Не-не-не-не-не-не! Блин, я ошибся! Нет! А я такую хорошую... А, нет, вот она!
Да. Нет. Паша, нет. Две тачки найдено. Ну ты издеваешься, все, как? Я второй Бэтмобиль нашел. Остался один самый жесткий бронированный. Блин. Я так прятал. А все, прятал фигово. Так, ребят, ищем, где есть бассейн. Получается так, надо вспоминать реально все дома с бассейном. Ну там много бассейнов. Так ты в богатый район поехал. Да реально тут много бассейнов. Так, стой. Ну это что-то пить было вообще на самом деле нечестно, потому что я его забрать не смогу себе. Ладно, придется каргагога, каргагогом. Как называется это? Каргабобом. Каргабобом точно выцеплять. Все, ребят, ищи внимательно бассейн. Ага, а вот тут нет бассейна, ну-ка внимательно. И если я найду эту тачку бронированную, я ее себе заберу на испытание тогда. А если не найду, заберу самый первый Бэтмобиль. Он мне очень нравится. Так, чего? Я кое-что нашел, стой, подожди, я кое-что увидел. Чего? И в них фиолетовый Бэтмобиль. Да ты опять нашел Бэтмобиль. Второй Бэтмобиль. О, я думал, он его не найдет. В кустах который, что ли? Да, в кустах. Ну это легкая подсказка, я прям кусты сфотографировал. Подожди, а где хотя бы один бассейн тут находится? Я уже гоняю по участкам, я нашел только развалюшный BMX. Да, BMX. Так, вот тут есть бассейн, ну-ка, люди. О, бассейн! Нашел. А, нет, это не бассейн! Кто в синий цвет красит эти баскетбольные площадки? Ребят, срочно! У нас по времени остается... 30 секунд. Нет, бассейн. А где ищи бассейн? Быстрей! Я не понимаю, ребят, на Бэтмобиле вообще бассейн нереально найти, мне кажется. Ну-ка, вот стоп-удов где-то на участке у тебя. Так, я хочу бронированный Бэтмобиль. А может, не надо, зачем тебе он? Нет, мне нужен бронированный Бэтмобиль. Не нужен он тебе. Нет, время, 10 секунд. Нет. Я ничего не успел найти. Вообще ничего не успел найти? Ну да, кроме двух Бэтмобилей, и все, вот третий нашел. Ну я, походу, тоже нашел два Бэтмобиля. Я нашел сейчас скейт-площадку тут. Ну-ка, ребят, пойдите. Что такое? Я нашел его. Так, а все, время я нашел, но время уже вышло у нас. Погоди, он тут был, что ли? Я чисто на крышу запрыгнул. Ладно, окей, ребят, я его не успел найти, поэтому засчитывай мне первые два Бэтмобиля. Ну слушай, я забираю, который на стройке Бэтмобиль. Я на нем ни разу не катался, мне интересно его протестировать. А ты что берешь? А я беру вот этот мультяшный Бэтмобиль, короче, забираю его. О, я его тоже забираю. Все, гонка на равных получается, только я его опять потерял. Стой, где-то он был на стройке. А, вот он, вот тут. Аккуратненько, ребят, давайте припаркуемся и забираем наши Бэтмобили. А далее мы их тюнингуем и уже переходим к испытаниям. Та-та-та-там, ребят, ну и теперь мы прокачали свои жесткие Бэтмобили, и вы просто посмотрите, какой крутой тюнинг получился у меня, а у Паши какая-то красная сопля получилась. Ты реально сам сопля? Не, у меня зеленая молния, точно, зеленая молния, прям один в один. Короче, первое испытание будет у нас гонка без правил, и я на своей молнии тебя победю. Кстати, ребят, давненько в комментариях мы не проводили битву названий, точно. Давайте, ребят, вы именно в комментариях придумайте название для моего Бэтмобиля. Вот лично я сам придумал, это у меня будет, знаете что? Ну-ка. Зеленый утконос, потому что у него нос длинный такой. А от тебя давай название какое, ну-ка. Ты зеленый слайм, вот так вот. Какой зеленый слайм? Сам ты слайм. Ладно, ребят, фиговое название у Паши, вот ваше название, я обязательно пролайкаю сердечком. Так что пишите в комментах, интересно будет почитать. А у нас гонка, на счет 3 стартуем, готов? Раз, два, три, погнали! Давай! Нифига себе! Ну-ка, я знаю сокращенную тактику, берем и вот так. Полет космонавта! Стой, я там дерево закрутил, это жесть! Космонавт! Капец! Реально меня дерево поймало, из-за него я тебе сейчас проиграю. Ребят, эти Бэтмобили максимально неуправляемые какие-то, потому что они мультяшные, знаешь? Согласен! А может они по стене умеют ездить, не знаешь? Ой, капец! Я проехал! Все, Паш, ты меня не догонишь! Ой-ой-ой, или догонишь? Я мега быстрый! Блин! Жалко, у них ускоритель не работает, я бы так ускорился на 1 000 000 км/ч. Согласен! Все, красная. Но я буду первым. Ты куда? Пока. Красная какашка, ну-ка тормози давай. А я знаешь что? Ты. Зеленая пуля. О, точно. Давай. Я железный человек. Какой ты железный человек? Ты пластмассовый человек, а я титановый человек. О, дрифт. Спасибо, блин. Дрифт не удался, блин. Быстрее газуем на трассу. Осталось 1 км/60. Я буду первым. Слушай, нифига она разворачивается. Ну-ка, ребят, мега трюк. Получится или не получится? Если получится, смотри. Все, ты там задумал. Раз, смотрю так. Оп. Нифига, ты видел? Вот это трюки показываю. Нифига себе. Аккуратно. Здорово, ты куда поехал? Че, развернула тебя? Трактор. О, давай, Паша, удачи. Трактор.
Бэтмен, что ты ко мне? Отстань, дядя, иди его лови, блин, не меня. Опа-па, привет, поворот, поворот, аккуратно. Я буду первым все равно. Ты будешь первым на финише не сегодня. Оп, давай, пожалуйста. Оп, я знаю, он меня хочет протаранить. А, не получилось, да? Моя очередь таранить тебя. Давай, на тебя. Не трогай меня. О, идеально, ребят. И теперь финишная прямая. Давай. Нет, сопля. Есть. Зеленая молния побеждает. Да сопля. Сам ты сопля, я не сопля. Ладно, ребят, пишите в комментах свои названия, как бы вы назвали мой Бэтмобиль. Но мы переходим ко второму испытанию. Ну а мы, ребят, выяснили, насколько Бэтмобили быстрые. Давайте теперь выясним, насколько они тяжелые, потому что у нас испытание, которое называется «Толкучка на воде». Кто кого скидывает воду, получает 1 балл. И, Паша, ты готов, скажи? Я готов! Давай проверим. 1, 2, 3, погнали! Давай. А что слышно вместе? Бам! Опа! Бам! Все, вначале скину. Давай. Да. Шансы-то на равных. О, я поехал. Давай, кого-то уничтожишь. Себя сейчас уничтожишь, ребят. Как знаете, он всегда сам скидывает себя. Давай. Подожди, у меня есть тактика крутая. Опа! Видел? С разворота тебя мутусить. Так, раз, два, три, сюда. Опа! Иди сюда. На тебя! Да, не получилось. Стоп! У меня опять он заглох! Нет, стой! Отстань, не подходи ко мне! Все, завелся! Итак, ребят, быстренько прячемся от Паши! Иди сюда! У меня тактика есть! Давай! Крутая тактика! Он не тормозит! Я знаю, поэтому я и заехал в угол! Все, ребят, счет уже 2-0! Переходим ко второму раунду! Ну, мне кажется, ребят, что зеленый цвет реально крутой, потому что я зеленый паук. Огуречек. О, я придумал. Я этот богомол. Все, 1, 2, 3, стартуем. Я Халк! Я Халк! Поэтому я такой сильный! Да! Сам ты жаба, я Халк! Все, я Халк, ребят! Пишите в комментариях Халк! Какая лягушка? Ты лягушка, отстань! Ай! Да он длинный, как лимузин, это неуправляемая мощь! Давай! Чисто 1-1! Все, я поехал отсюда! Отстань! Смотри, смертельный разворот! Вот так! Оп! Все, обманул! А ты где? Я думал, ты за меня едешь! Еще раз! Я знаю, что он не тормозит. Офигеть, ребят, счет уже становится 3-0 аж. И мы переходим уже к третьему испытанию. Ну и заключительное наше испытание, ребят, это будет последний выживший. Мы врываемся на военную базу с 5 звездами и проверим, кого первым уничтожат сегодня танки. Как-никак, мы супергерои сегодня, мы 2 Бэтмена. И, ребят, мне кажется, у танков просто нету шансов. Ну и естественно, кто останется в живых последним, тот и получит 1 балл. Давай, я-то знаю, это кто. Я не Бэтмен, я Халк, как я уже говорил, я Халк. А я железный человек. Я понял, я Халк, который угнал у Бэтмена Бэтмобиль, понял все. Теперь я Халкомобиль, на Халкомобиле. Здорово, за нет, помогите! Ой, у кого-то проблемы, ребят, смотрите. Помоги мне! Так, а танков нету? Ладно, надеюсь, помогу, нету. Так уж и быть, готов давай, к помощи. Давай, правда, давай, мне кажется, тебе броню сейчас сломаю, на. Ты чё? Ты вообще не этот, непереворачиваемый. Все, нормально, быстрее, спасибо. Пока меня не бомбанули, а то танки сейчас приедут, там хана обоим будет. Ребят, сматываемся. Они сзади! О, тебе хана, Паша, все. Валим! Разворот на 372, 98, 2, 465 градуса. О, не трогай меня. Отстань. Где ты меня обманул, танков нету. Да вон, они там сзади, я не вижу. Просто. О, вижу. Сматываемся. Ребят, ой, я спрятался. Надо быстрее отсюда выезжать, а то меня в угол зажмут. Ой! Валим, что, Лёха! Взорвали тебя? Здорово. Не взорвали, где? Пока что. Я на крыше буду прятаться. Это плохая тактика. Нет, это хорошая тактика, потому что снизу они тебя достанут. О, он сзади, что ты молчишь? Ребят, вот теперь быстрее. Валим! Я не успел. Куда ты полетел, Человек-паук, блин, на тебя? Все, ребят. Ай, да я-то при чем? Я его просто переехал. Ладно, ребят, получается, сейчас остается уже 4. Или какой? 5-0, 4-0. Короче, ребят, я сам запутался, но я сегодня победил Пашу в сухую. И я занимаю 1-е место. Пр-пау! Срочное включение! Ребят, у меня для вас есть важная информация. У меня есть цель набрать 2 миллиона подписчиков. Но я заметил, что на меня подписаны всего 10% людей из тех, кто меня смотрит. И 90% даже не знают, что не подписаны на мой канал. Если ты заметил, что у тебя вдруг не нажата красная кнопка подписаться, то жми ее скорее так сильно, чтобы можно было ее сломать. И я уверен, что вместе мы сможем добиться поставленной цели. Надеюсь, ты меня поддержишь подпиской, но я и
и дальше буду радовать тебя каждый день крутыми видосами. Ну что ж, ребят, а на этом видео подходит к концу. Если вам оно понравилось, поддержите лайкосиком, а также, напомню, в комментариях не забудьте написать, как бы вы назвали мой сегодняшний зеленый Бэтмобиль. Ну а с вами был Джоэл Флейзин, ссылка на Пашу будет как всегда в описании, не забывайте переходить и подписываться на него тоже. Всем удачи, ребят, всем пока! Всем пока, народ!